Всем привет! Здрасте! А вот я — лиса. Да, это я. Я уже все. Я не помню, как мы начинаем, зачем мы начинаем, почему мы начинаем, ведь мы это так редко начинаем. Ну, ребята, всем привет, всем здрасте! С вами я, Екатерина Пряникова, и я рада вас приветствовать на своем канале Пряник Гейм. Что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем играть в лису. И поэтому я лиса. Хватит за волоса. В общем, надо мне только игру еще запустить. Я что-то не запустила еще. Но мы это быстро исправим с вами, да? Значит, нам надо будет с вами подправить все звуки, когда мы начнем играть. Здрасте, привет. Ой, вот так вот, нефиг махать руками. Так, рассказывайте, как у вас дела, что хорошего, что интересного, как меня вообще слышно. Я сегодня решила не вешать свои супер уши на плечи, посмотрим, как это будет. Я надеюсь, будет нормально. С ними не совсем тоже комфортно сидеть. Когда-нибудь я разберусь со своим микрофоном. Но когда-нибудь. Ничего не обещаю. Точной даты не могу сказать. Но когда-нибудь это свершится. Так вот, жду информацию, как у вас дела. А пока что я пойду в Steam и запущу игрушку. Я ее, слава богу, установила. Играть мы будем с геймпадом. Она поддерживает геймпад, да. Даже мой DualShock, как я понимаю, будет нормально работать, и все кнопочки будут как надо. Но мы проверим. Я, кстати, немножко подпростыла по ходу дела. Но ничего страшного. Я надеюсь, не помру. Так, там уже на фоне игра, да? Ну, давайте... Мы с вами сейчас быстренько переключимся на игровую сцену и будем проверять звуки и мой голос. Все ли хорошо? Да? Так. Сейчас проверим. Сейчас все проверим. Захват игры должен отрабатывать. Все. Идеально. Идеально, гениально. Ну все, ребята. Надо действовать. Так, джойстик работает. Я жду комментарий по поводу голоса и по поводу звуков игры. Угу. Ага. Ой, я нажимаю кружок, она тявкает. А, ну у нас понятно, пошла обучалка. Почему опять ссылка не пришла? Я не знаю, Хантер, привет. Потому что все печально. На крестик мы прыгаем. Потому что я поздно сделала анонс, наверное. А мы можем быстро бегать? Бежать R2. О, мы быстро бежим, отлично, замечательно, мне это нравится. Я жопа с ручкой, да, я вообще не спорю ни разу. Я полностью согласна с своим мнением. Вот так, ребят, вообще-то всем привет, всем здрасте. Я могу быстро бежать и прыгать. Ой. Копать? О, я могу копать. Смотрите, я делаю подкоп. Уши мои бы ты подкрутил. Ну, насчет этого вот я не знаю. В лесу пожар. Зайка бежит. Тут какая-то, наверное, деревня начала гореть, и по итогу пожар в лесу. И что нам делать с тобой, лиса?
О, нифига себе. Смотри, поменяли траекторию побега. Карабкаться. Она умеет карабкаться. О, нифига, смотри. О, тут надо очень-очень-очень быстро нажимать на крестик. Я так быстро не могу. Вы что издеваетесь? Это издевательство какое-то. А может... А, надо просто держать. Я думала, надо нажимать. Господи, прости. Лиса, подожди, волка обманывает. Ну, лисы хитрые, да. Что насчет звука игры моего голоса? Все ли нормально? Я пока что не знаю, про что игрушка. Но про лису, как видимо. И что это будет? Ой-ой-ой. Олени рога загорелись. Ай, господи. Что за кошмар? Олень помер. Что-то я уже не рада. Но зато он жареный. Слушайте, у нас жареное мясо. Бедняга. Ой-ой-ой. Ну, как-то пока что все очень-очень печально. А где лисята? У меня же лисята должны быть еще. Сюда? Так, я поняла логику, как меняется траектория движения ее. Вернее, я поняла, где подсказки. Так, подожди. Сюда. Интересненько. Мужик! Какой-то дрон. Получено достижение, милый дом. Нора! Это ее нора. Маленькая упала. Снимать все. А я не в майке, я в платьишке плюшевом. Ой, у меня джойстик вибрирует. Так, что-то происходит. Мне кажется, мы родили лисят. Офигеть. У нас приключилось размножение путем нажатия на крестик. Такие козявки маленькие. О, бежит куда-то, что-то снится. Ты какой зайка. И что будет дальше? Мы мило спим, а там злой дядька на подстанции ходит. Оторви капслок от своей клавиатуры. А, я могу, получается, смотри-ка. Выбрать сейчас какую-то козявку и что-то ими делать или что? Погоди, цвет я могу им поменять, а я думаю, что за фигня? Я их могу сделать вообще всякими разными. Блин, прикольно. О, давай один будет прям черный. А этот вот такой пусть будет. О, ниндзя прям. Вот такой классный. Все, вот такие они будут забавные у нас. Красного бобра выбирать.
с пятнышками. У нас лиса, получается, вообще гулящая мадам. Вообще разноцветных детей нарожала. Ить. Милота-то какая. Ну вот единственное, вот это очень печально, что там горящий лес, тут какая-то непонятная подстанция. Это не бобры, это лисы. Это же лисы. Так, надо понять, что это все значит теперь. Поймать рыбу или мышь можно только с точки броска. Интересно, сейчас будем учиться. Ночь один. Так. Надо понять, что тут происходит. Тут есть какая-нибудь карта? Найти еду для лисят. Взаимодействие. А, она спряталась. Нормально. Привет, ты проснулся. С добрым утром. Как дела? Рассказывай. Доставай, показывай. Так, где я найду вам еду? Найти добычу, удерживайте L1. Нюх! Нюх! Так, чисто случайно мы поймали рыбу. Очень интересно. Я не знаю, как это произошло, но я это сделала. Пряталась. Как долго в логово прятаться? А если меня вдруг будут... ну, за мной будут охотиться, и я так долго в логово нажимаю, чтобы... залезть. Как-то странно. Поел борщ, прибило поспать. Слушай, ну бывает. Про что игра? Я, слушай, не знаю пока что, про что игра, но, по всей видимости, какая-то лисиная выживалка. Тут, видимо, надо все ходить, изучать. А что это сейчас было? Подкрасться к добыче. Так, ага. Можно краситься к добыче. Тут у нас мышь. Все, мы поймали мышь. Замечательно. Я не знаю, как у меня это получается, но как-то получается. Я поймала мышь, сейчас отнесу ее детям. Дети спят. Или что, Зет? Значит, дети спят. Все, они еще поели. Это, наверное, сытость лисят или что? Я вообще не понимаю пока что. Кусики-кукусики. Рассказывать, доставать, показывать? У меня тут, значит, вон четверо детей. Вот, значит, их надо кормить. Поить. Один спит сидя, трое спят лежа. Значит, мать лиса нагуляла по разным мужчинам это все дело, потому что они все у нас разноцветные. По всей видимости, игра именно про это. У кого был тамагочи, те поймут. Да, я нашла себя. Я на суккубиху похожа. Только вместо рогов у меня уши. Слушай, ну... возможно. Ой, дизелайка. Хвостом его. О. Это что такое? Hello, hi, bonjour. Какая-то игрушка или чё? А он играть хочет. Она на проводке там. Это ловушка, малыш, не иди туда.
Улыбается довольный. Надо идти туда за ней срочно. Что за мамка? Мамка, ты должна проснуться. Там опасность. Это вот этот мужик. Опа. Ай, все. Ай, вот ты, мамаша. Все. Сперли лису. Вот так вот. А удерживайте Л1, чтобы найти пропавшего лисенка. Так, и куда нам? Как мы его найдем? И зачем лисенок этому мужику? Он потерял перчатку. Он его цапнул! Малыш цапнул его за палец. Он в клетку его посадит, наверное, злодей. Это какой-то акум. Зачем это? Что это такое? Он посадил его в клетку. Ну а дальше... След обрывается, найдите еду для остальных лисят. Обалдеть! И что мне сейчас? Надо будет кормить детей? А когда я этого лисенка смогу спасти? Вон мужик этот ходит, наверное. Ой, злой мужик. Мне же нельзя, наверное, детей надолго бросать. Лисенка в зоопарк продаст? Ну, слушай, это вообще какой-то кошмар. Ну, какую-нибудь мышь нам, что ли, надо? А, дрон какой-то летает. Так, погоди, я унюхала. Мышь сдриснула. А вон какой-то кабан. Смотри, сурок или суслик, или кто там. Там, короче, какая-то тварина огромная ходит. Надо понять, как туда добраться. Все, поймала? Отлично. Надо отнести детям. А потом за тем сусликом каким-то идти надо. Так, вот сюда нам. О, там какая-то... А, это вот эта игрушка же уж валяется, которую он выманил нашего ребятенка. Заводей. Я трансгендерный мужик и голос переделала. Слушай, ну, возможно, поэтому вот сейчас у меня с голосом проблемы, потому что давно не принимала, видимо, свои таблетки для нормального голоса. Да, сидит он, значит, и за Катю себя выдает. Так точно. Сейчас, не дай бог, еще других детей тут этом поворуют у меня. О, какой он милый. Эй, вы, мамаша, просыпайся. Ой, они уже большие стали. Один розовый, один белый, один темненький. Мама! Лисятам нужны отдых или ласка, чтобы избавиться от страха. Ласка. Интересно, как им давать ласку? О! Приласкать лисят как? Нажмите... Она его
просто носом там потыкала или чё? Да, носом потыкала в лисенка, типа все приласкала мамка. Я нажала на нолик, и она тявкнула, и они за ней такие пошли сей, всем табуном. Прикольно. У меня там кофе. Ну-ка, если я... Они отзываются ей. Так, они пойдут за мной? Да мои ж зайки, они за мной пошли. Блин, прикольно. Так, я хотела бы вот сюда, наверное, да, сходить. Ой, эти козявки какие. И побегут тоже, и побегут тоже. Прикольно. Так, надо перепрыгнуть ловушку. А им что, пофиг на ловушку? Тут ловушка из-за того, что тут, наверное, типа лисы живут или чего? Почему тут ловушки-то на лис стоят? Почему мужик этот украл моего лисенка? Добыча. Сейчас мы поймаем еду. Рыба? Ну, взять предмет. Подожди-ка. Я не поняла. Ты кто такой? Что с этим бурундуком непонятным делать? У него вон рана там на шее. Так. Так, стой тут. Поставь его. Ах ты... Что происходит? Я его хочу убить, может быть. Как мне его убить? Он не... Я его не убью. Там на рыбу это запахи. Не хочу я эту рыбу. Она какая-то странная. Будем другую еду искать. Этот какой-то суслик вообще странный. Тут вниз, наверное, спуститься. Так, детвора, идем. Она все туда показывает, а им пожрать уже, по всей видимости, надо. Не буду я снимать одежду. Хантер, ты злодей. Так, что-то мы учуяли. Интересно, что? Надо вернуться в логово. А в логово далеко возвращаться. Тут у нас, наверное, рыбка. Или нет? Нет. Вот рыбка. Так, мы поймали рыбку. Надо только теперь как-то ее отдать детям. Дети, ешьте. О, жрут. Нормалек. Все, сыты. Пойдем, нам надо домой возвращаться. Так, детвора-то запрыгнет? Запрыгнет. Давайте, малыши, быстрее. Да, блин, сдрисни ты с дороги. Как мне от него обходить? Фырканый. Погоди, а если вот сюда? Так, детвора, бегом. Я заблудилась уже. Так, нет, не сюда. Не сюда, не сюда, не сюда. Я помню. Вот сюда. Давай. Пойдем, малышня. Бегом. Бегом, 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 бегом. Вот наше логово.
Моих маленьких тамагочи пора кормить. Что это значит? Прыжок, прыжок, прыжок. Что это значит? Ничего не понятно. Но очень интересно. Навыки лисят. Ну-ка, погоди. А, это типа у лисят навыки развиваются или чё? Прыгательные навыки. Понятно. Ну, возможно, типа прокачка. Только я не понимаю пока что ни черта. Ну-ка, или один запахи. А, это типа как... Я поняла. По запаху детеныша своего вот этого. О, проснулся детеныш. Уснул. Так, ну все, хорошо. Поспали. В определенных местах лисят смогут освоить навыки. Замечательно. Ну-ка, если сюда сходить. Что у нас здесь есть интересного? А, подкоп сделать мы можем. Хорошо. Допустим. Это же, наверное, небезопасно. О, мы что-то учуяли. Там еда. И кто там интересно у нас? Такой ароматный. Заяц. Блин, а как зайца ловить? Я вот его нюхаю, а у него там нора. Он в норе своей сидит. Ну, мы нашли еду. О, все, мы ее поймали. Давайте жрите, дети. Сейчас они просто, наверное... Блин, я думала, они на фул. Наедятся. Они нифига не наелись. Маленькие обжоры. Так, интересно. Достаточно большая, наверное, тут территория, да, будет? Уиф, и так быстро. А мы ягоды не можем жрать? Что это у нас сейчас за значок был? Костер! Это небезопасно. Валим отсюда. Вот это что у нас загорается? Типа мы кого-то унюхали из еды или что? Так, это что такое? О, я могу залезть. Интересно, зачем? Так. Допустим, а дети мои что делать будут? Так, подожди, а вниз как? Ага, а вниз вот так, интересно. У меня нету майки. Так, что у нас здесь такое? А, это можно детям дать. Нате, ешьте. Что это такое там? Главное, чтобы не протухшее что-нибудь. Яблочко. Мы съели яблочко. Так, пойдем, нам, наверное, надо уже дом искать. Так, не тут наш дом. Тут у нас логово зайца было. Маленькие гвардейцы. Ой, я думала, что мы один раз сделали подкоп и все. А тут заново надо было.
Так, ну все, я нашла наш дом. Я вроде запомнила, где у нас дом. Так, а вот как нам это потом... Ладно, по всей видимости, у нас сейчас нету никаких этих штук для распределения. Пока что непонятно. Опасайтесь хищников. Маринованным кабачком он стал из-за последнего стрима, на котором мы спорили, что лучше. Так, она меня ведет. И куда? Почему ты меня сюда повела? Там этот суслик пиздит. Ведро какое-то. Зачем ты его взяла? А почему никакое нету этого? Типа иллюзии там вот этой вот. Картинки, типа что приключилось. Ну зачем вернуться-то тогда надо? К ведру вернуться надо. Что-то она хочет с ведром. Ну вот, картинка. Так, эй, привет! Он несет что-то, значит, в своей котомке. Я хочу твою, наверное, штуку заполучить, он говорил этому мужику. Удочка. Он ограбил того мужика, что ли, или чё? Непонятно. Так, вон туда нам надо. Почему это про кабачки не рассуждать? Я, кстати, наделала кучу кабачковой икры. Ой, Шикуня, привет, малышка. Привет, зайка. Как у тебя дела? Он какие-то пилюли забрал и пошел. Так, мы сейчас, наверное, тут... Кого-то поймаем и съедим. Тут человек. Нам надо, наверное, бояться человека, да? Что, у него животик болит? Что надо сделать? Я хочу мышь поймать. Он мне сделал больно. Этот дядька. Давай поймаем рыбу и пойдем. Она опечалена, ей дядька сделал больно. К дядьке подходить нельзя. Все, Екатерина будет в курсе теперь. Не, ну как бы и так к людям подходить очень опасно. Ну, у него там, по всей видимости, не сварение, у него животик болел. Так, дети, идите, ешьте. Ну, ешьте, идите, я же вот положила. Так, мамка грустная. Что это значит там? Опять этот ублюдок. Нет! Ой. Какая неожиданность. Это сколько минут прошло и Екатерину того самого. Он про... Вы видели, что он сделал? Он просто вот так вот. И все. И мгновенная смерть. Кошмар. Просто он. Не, мы начнем заново. У нас что там? Шестая ночь была или что?
Опасайтесь хищников и дядек, у которых расстройство кишечника, потому что он идет с толчка, злой, значит, такой весь, ему некомфортно, у него там, значит, все болит, и он лису мою убивает. Ай, Екатерина вообще героиня. Так, погоди, мы не сюда шли. Где наш аромат этот? Вот здесь. Ой, ну бывает же, да? Ой, не ори ты там, орёт он. Я не жопа с ручкой. Смотрим снова картинки. А почему чувак шел с каким-то кейсом с пилюлями и с удочкой? Мне нужна, мне кажется, какая-то хитрость, чтобы людей этих обманывать. Отдай мне свой кейс. Нет, возьми удочку. Она тебе пригодится. А у этого сетка, я так понимаю, это в руке не авоська, это а сетка. И он этой сеткой что? Хочет меня потом ловить, что ли? Зачем ему это? Странный мужик. Он удочкой Катю ловил на крючок, потому что он старый сморчок. А он ему: уходи, подонок. Так, этот, блядь, тут идет. Нахер он мне не усрался. Блин, он и с той стороны уже идет. Мне надо уводить детей. Это небезопасный дядька. Пойдем, детвора. Найдем еду где-нибудь в другом месте. Ну, по-хорошему, надо еду найти. Так, дети, бегом. Ну, а этот... Сюда, малышня, сюда. Тут где-то вот эта вот рыба же валялась, которая у этого суслика была. Он ее съел. Ой, да иди ты нахер, барсук вонючий. Капкан попалась. Ой, дурында. Очень аккуратно, Екатерина. Прям вообще. Интересно, вот я попалась в капкан. Хорошо. В следующий раз этот капкан будет дееспособным или нет? Блин, это погоди. Если мы сейчас ляжем с ними спать, потому что нам по-хорошему надо сныкаться в нормальном месте, они же станут голодными. Все, им надо жрать. Сейчас пойдем еду искать. В капканы попадают вообще. Так, пойдемте искать еду, ёпрасетейка. Все, детям нужны. Погоди, что, один детеныш? Где детеныш? Так, один детеныш у нас улитка. Понятно. Ну, давай вот сюда, вот сюда. У нас же тут где-то водичка. Так, дети, давайте. Сейчас какую-нибудь, может, рыбу тут найдем или еще чего. Так, иди нафиг. Капкан. Так, это мы вообще куда-то, вообще хрен пойми куда. Так, погоди, детеныша надо поставить. Так, идите ешьте. Ешьте, ешьте, ешьте.
Так, отлично. Хорошо, мы накормили малышню чуть-чуть. Надо еще еды найти. Пора есть лисят? О, нет. Hello, hi. Надо искать еду. Еда, ты где? Там камеры видеонаблюдения. Ай, смотрите, смотрите, что происходит. Понякалась с ними чуть-чуть. Так, тут опять этот бурундук дурацкий. Как бы его сожрать, барсука этого? Блин, сейчас они опять это... О, смотри-ка, смотри-ка, тут какой-то пахучий мешок. Тут помойка! Сейчас она им даст из помойки кушать. Все, поели? Еще поели. Замечательно. Тоже имеет место быть. Почему бы и нет? Там костер какой-то, да? Так, а чем мне больше запахи не приходят у детеныша? Надо, наверное, чтобы несколько ночей прошло. Ну, типа день-ночь. Нифига, Хантер, у тебя вопросы. Прикольные. Так. Понятно. Наша скорость упадет, если мы ранены. Больше в капканы желательно не попадаться. Так, ну погнали. Так, а может быть нам вот в эту сторону, погоди, сходить? Что у нас здесь интересного? Лопата. Можно кого-нибудь закопать. Они хавать хотят уже опять. Вот это же можно кушать, наверное. Ну вот, да. Замечательно, ягоды поели. И все, что ли? Еще, наверное, можно. Нет? А она светится, как будто бы можно. Ух! Не бойтесь. Самой страшно. А вот интересно, тут может быть еще логово какое-нибудь? О, смотрите, это мы, получается, вернулись к... Сейчас вот тут ягодки, наверное, можно взять. Так, дети, ешьте. Они так чуть-чуть этими ягодами насыщаются. Фига, они прям троглодиты маленькие. Так, а что это значит? Вот это значок лапы. Что это такое? Непонятно, что это значит. Ну, как минимум, этот костер меня пугает. Не показывай голую жопу. Да, Хантер, вот такая злодейка. Блин, вот надо же как-то...
Как вот их накормить, чтобы они сытыми были, прям на фул, чтобы они не проголодались ни разу никогда? Как-то они еще так быстро начинают голодать. И время так быстро проходит. Так, у нас вон рыбка есть. Так, пойдем, дети, рыбку кушать. Айда, рыбку кушать, рыбка полезна. Плывут такие хомячки. Все, нате, жуйте. Они вообще ненасытные, какие-то зверюги маленькие. Так, все, здесь мы не можем залезть, да? Сейчас скажет еще, что пора возвращаться домой. Потому что скоро ночь и небезопасно. Ох ты ж, смотри-ка, яйца у нас тут. А как вот это яичко? Они бы, наверное, съели его, я думаю. Так, это... Ну, сюда я залазила. Чё, малышня, вы испугались, что ли? Так, что-то я не поняла. Там, блин, яичко, которое можно было бы по-хорошему, наверное, употребить в еду им. Яичницу сделать там, я не знаю. Так, не сюда нам. Дети, назад. Так, интересные места у нас тут. Дети. Все? Все. Сейчас они опять, блин, поспят и все, и проголодались. И опять идти собирать хавку надо. Это что вообще за безобразие такое? И вот это мне до сих пор и непонятно. Как это что будет? У лисы должно быть 6 штук. Так, ну хорошо. Навыки лисят использовать. Как? Может быть, там, где огонь какой-то. Так, подожди, у нас тут новые ароматы родились. Там, где лапки, может быть, это типа навык лисенка надо использовать. Друг в беде, мы его спасли. Но он на нас гундит. Он попался в какую-то странную ловушку. Так, это цепь какая-то. Это, наверное, был замок на вот этой фигне. Зачем ему лисенок наш? Так, у меня один лисенок проголодался. Зашибись. Так, он что-то тут стрельнул или что сделал. Блядь. У меня детеныш голодный. Так, возьми голодного ребенка. Надо найти еду. Барсука сожрать, может быть, а? Погоди. Поставь его, поставь. Давай сделаем подкоп. Так, тут где-то мышь какая-то или что, да. Так, отлично. Все, дети, ешьте.
Какая-то дохлятина, тухлятина валяется. О, мусор. Отлично, мы сейчас еще мусор покушаем. Интернет пропадает, ты в поезде. Куда едешь, крошка? Так, все, мусора сейчас наедимся. Все, еще ешьте. Быстро, маленькие троглодиты. Хорошо. Отлично, теперь пойдемте по запаху. Реально у нас тамагочи. Так, нам сюда. Бегом, 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 бегом. Тут вообще небезопасно. Тут люди. Они могут обидеть. А! Какой-то шнур непонятный. Что это такое? Он залез, значит, по вот этой штуке туда наверх. Хорошо, значит, нам надо будет пробираться в здание, скорее всего. О, смотрите-ка, вон там он пошел. Он пробежался сейчас, он по тем трубам. Так, сейчас мы мусор поедим. Нате, дети, ешьте. И пойдем, нам надо будет сейчас идти спать, скорее всего. Господи, мешок на голове. Что там еще у нас? Еще мусор или мышь? Мышь. Но мы уже сыты, по сути. Мы можем просто в дом пойти с этой мышью. Я с мешком на голове. Молодец. Так, дети, бегом. Дети, вы где? Сейчас главное, чтобы нас никто не увидел. Вон там человек ходит. Пиздюки. Что это за вопросик? Я думаю, что это ненужный нам вопросик. Дети, бегом. Надо валить. Нам надо в дом. Нам надо спать. Маленькие гвардейцы. Так, тут у нас барсук наш был. Так, дети, бегом. Ну? Малышня, вы где? Вперед. Мы почти пришли, мы почти у дома. Замечательно. Это мышь, а не дерьмо. Я не поняла, они что, сейчас эту мышь съели, что ли? Там огрызанное яблоко, какие-то всякие штуки. Я так и не понимаю пока что ничего с навыками. Ну ладно. Значит, у нас там злой... Чё? Всегда можно посмотреть на карту, а как карту смотреть? На десятую ночь приключилась беда. А что за беда приключилась? Не хватало нам тут человеков. Здравствуйте, приехали. Это еще что за новости такие?
Как нам? Я надеюсь, он оттуда сдриснет. Он нам нафиг не усрался, этот человек. Ой-ой-ой, куча мусора. Изобразие какое-то, а? Прям помойка. Попробовать лисенка на знак применить. Надо понять, как это. Так, сейчас пойдем мусор жрать. О-о-о. Да, не поели мы мусор. А, типа, может быть, вот так? Погоди. Непонятно. Ну вот яйцо. Как это сделать? Мне непонятно. Ну вот лапа, что лапа значит? Как-то взаимодействовать, наверное, надо. А как взаимодействовать? Не знаю. Яичницу очень охота. Дети, доставайте яйца, как хотите. Хотите жрать? Вон, доставайте яйцо. Я не знаю, как скинуть. Я его держу, как бы, ну и на квадратик обратно поставить. Я не знаю, как. Как туда его скидывать. Я без понятия, на какую кнопку это нажимать. Я могу лисенка только взять и поставить. Треугольник ничего не делает. Крестик прыжок. Кружок ничего не делает, когда у меня в зубах лисенок. Без лисенка треугольник ничего не делает. Кружок тявкать. Крестик прыгать. Я не знаю. Управление. Бежать, красться, навык, тявкать, взаимодействие, взять. Что за навык? Навык. Какой в пизду навык? Не ясно. Ни хрена не ясно. Дети голодные. Рога маскирую. Да ну неправда. Ты ничего не докажешь, тебе никто не поверит. Ну бегом, дети. Спать сегодня будем голодными. У нас, блин, в двух местах уже яйца. И... Я не знаю, как эти яйца достать. Чтобы скушать. Навыки лисят. Что вот тут можно сделать? Кружок это назад. Крестики ничего не дают. Стики ничего не дают. У них нет нужных навыков. А как им навыки прокачивать? Непонятно. Ничего не понятно. Вообще. Так, ну что, ставим ставки, мужик тут опять будет шариться или нет?
Так, я чуть не помню, нас куда запахи-то вели последний раз. Нам бы хавку найти. Опять, чтобы эти троглодиты поели. Так, там чувак, он идет. Он нас увидит и поймает, я думаю. Куда вот он идет? Зачем он идет? Какой-то он странный. Я не хочу сюда идти. Он меня пугает. Дети, идемте. Идемте искать еду. Мне не нравится, что всего лишь одно логово у нас. Я бы хотела, чтобы у нас была еще как минимум одна нора. Чтобы можно было спокойненько там ныкаться. Все, а дети голодные. Что за безобразие, блин? Где столько еды взять, чтобы этих троглодитов прокормить? А тут есть ипотечное кредитование в этой игре? Я бы, наверное, взяла. Так. Это мы пришли где дому этого мужика. Так, давай, бери ягоды. Хотя бы ягоды поедим. Но голодающая по Волжье, это маленькая. Так, тут, мне кажется, мы были, да? Да, тут мы были, и тут мы все съели. Где столько еды, блин, надыбать, чтобы этих троглодитов реально прокормить и не переживать о том, что это стадом голодное. Так, жрем ягоды опять. Ребят, что у кого интересного? О, а что у тебя, у бурундука, у этого? Дашь нам пожрать? Ну не пизди. Мы же его спасали как-то раз. Дети съели у него ягоду. Маленькие злобные чертята. Ну пойдем, нам пора, видимо, спать. Что-то разрушилось, да? Так ведь, правильно я понимаю? Ну, я поняла, что когда либо человек рядом, либо что-то там желтенький значок в кружочке. Я же видела уже такой значок. Ты нафантазировал, что она упругая в стрингах красных? Ты не угадал, у меня нету красных стрингов. Вот так вот. Не угадал ни разу. У меня есть синие и черные, а красных нету. Вот так вот. Так, ладно, погнали.
Некоторые действия совершить нельзя, когда вы несете лисенка. Почему мы еще не спели? Са-са-са, это хитрая лиса. Су-су-су, и живет она в лесу. Сы-сы-сы, много дела у лисы. Со-со-со, она крутит колесо. Да, что-то сегодня у меня голосок-то не очень, по-моему. Так, куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Так, еще. Мы что-то унюхали. Этот чувак тут был. Он тут был и что-то сломал. Какая-то ванна, что ли? Так, вот тут вот лапа. Что это за лапа? Лисенка на воротник пустили? Нет. На Long Dark похоже. Просто привет. Кстати, в Long Dark надо поиграть. А, кстати, не поиграть. У меня же получается... все пропало. Тот четвертый эпизод, который мы начинали играть, сохраненка у меня благополучно сдохла вместе с жестким пряничным 2-терабайтником, который у меня сдох. Никогда не сдавайся, получено достижение. Так. О, у нас новая нора. Новая нора, и не надо ипотеку брать. Вот так, отлично. Хорошо. Теперь у нас 2 домика есть. Ну, замечательно, слушай. Я очень рада. Но тут ничего пока не поменялось у детей. Наверное, как-то поменяется попозже. Мутант, как в фильме со Шварценеггером. Хантер, а ты-то все знаешь, да? И все ты знал про мою бамбуковую шторку. А теперь ты все знаешь про мою попочку сахарную. Ну ты вообще не перестаешь меня удивлять. Без мам, папы, кредитов. Вообще отлично. Спасибо большое. Давай, пока-пока. Будь умничкой. Так, ну погнали. О, смотри-ка. Так, это типа сходит снег, наступила весна. Зацвели цветы, и мы сейчас будем жрать коренья. По всей видимости. Подожди-ка, это мужик! Это труп мужика! Враги поблизости могут вас услышать, поэтому не тявкайте. Погоди-ка, я не поняла. Так это мужик, что ли, тот сдох, который моего лисенка спер? Так, погоди, надо туда сходить на разведку боем. Может, мы тут какую еду найдем? Это что, мы сейчас просто будем в лесу шариться? И что, и как... А, во, смотри-ка. Так, я взяла яйцо, и я сейчас им его дам. Нате. А как вот это взять, яичко? А это я не могу яичко взять. А если детеныша с собой попробовать взять? Нет, она не может с детенышем. Понятно.
Что-то крутится какая-то чушня. Туда только детеныша, наверное, можно отправить. Смотри, лапа. А там еда. А дети не залезут. Ну, маленькие мои. Мама рядом. Лисы не умеют лазать по деревьям. Слушай, а наша лиса умеет. Чё, нормальный вопрос, как яйца взять? Ах ты, ссаная мышка. Вот так, мышку поймали. Так, дети, нате, ешьте. И сейчас по-хорошему нам надо будет идти, наверное, в домик в наш. Так, ешьте. Молодцы. Так, вот тут еще ягодки возьмем. Короче, когда еда, у нее загораются вот эти штучки. Так, хорошо. О, смотри-ка, яйцо новое появилось там. Ну-ка, давай возьмем еще яичко. И дети такие, мама! Так, нате, ешьте. Прикольно. Ну да, реально, Long Dark. Выживалка. Так, погоди-ка, не сюда. Наш домик вот здесь. Быстрее, быстрее, там человек идет. Дети, бегом. Бегом, дети, бегом. Все, дети спать хотят. По одному закинуть, она не может. Ну, не знаю. Может быть, можно. Ну, я же на дерево пыталась только с лисенком залезть, да? Он не хотел прыгать. Ну, может, это дерево? Осторожно, падальщик может убить вас одним выстрелом. Навыки потыркать. Ну, давай сейчас. Сейчас на следующей ночи попробуем потыркать. Сейчас тут погуляем, посмотрим, что здесь интересного есть. Так, спрыгнуть они спрыгнули. Давай что-нибудь с ними поделаем. Поиграемся там, чё кого. О, человек вон идет. Нифига себе, вовремя спрыгнули. О, люди, говно на блюде. Так, дети, ешьте. И надо аккуратнее. Они боятся. Так, там человек, 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 дети, 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 дети. Сюда. Самой, сука, страшно. Так, здесь они могут запрыгнуть. Так, дети, бегом. Так, это где человечатина ходит? Так, это он тут что-то работает. Какие-то работы ведет. Куда-то пошел. Куда ты там пошел? Хрен бы тебя прознал. Так. Покушать. А ты чё, малыш?
Один малыш у нас какой-то грустный. Смотри-ка, а чё ты грустный? Давай-ка с тобой потискаемся. Ой, ты мой сладкий, ластится к мамке. Ай, все? Получено достижение, колыбельное. Ты добил вторую книгу? Да ты умничка. Молодец. Горжусь тобой. Ну и как? Так, давайте яичко кушайте. Как тебе вторая книга? Так, что попробуем? Пойдем, типа переночуем и потыкаем в навыках, да? Блять! Дети, бегом! Обалдеть! Грустно и радостно. А почему грустно? Почему радостно? А он там ходит недовольный что-то. Потерял лису. Я так хотел ее поймать. И чё, ничего тут? Ничего нового нету. У детей ничего не добавилось. Ну, блин. Ну, там грустно, конечно. Но зато, слушай, там есть свои прелести, как минимум то, что... Ну, кота, типа мама, папа, и они, ну и он воссоединились все втроем, типа, ну, души, да, можно так сказать. В принципе, это есть определенный момент радости, грубо говоря. Так, ну и чё, ничего с навыками у нас. Ладно, валим дальше. Смотрим, что там. На демона похоже в ушках. Откройте карту, нажав. У меня не открывается тут карта. О, открылась карта. Погоди-ка, а это что? Событие, событие, событие. А это что за значок? Срезать путь? А, это барсук наш там ходит. Замок, замок. Это нифига себе, эта карта такая большая будет у нас. Дом. У нас один дом, что ли? Так, тут люди. Говно на блюде. Мать моя, женщина. Так, это что такое? Пометьте эту точку. Нас будут искать. Блин, у нас тут и мусор. Да, блядь! Ссаный мусор. А тут что? Тут мусор будет или еще? Ай! Одеялка! Он его взял в одеялко. Зачем? Зачем он его в одеялко взял? Нэнси, hello! Хай! Хай! Так, идем, смотрим, что здесь.
детеныш! О, мой детеныш. Мой маленький детеныш. Его надо пожалеть. О, ты мой сладкий. Все хорошо. Все, зайчик мой. Все, все хорошо. Так, он обратно посадил лисенка в клетку и положил зачем-то плед. Зачем? Так, давайте поедим. И пошел он вот сюда. Что ж ты затеял, ублюдок, а? Клетка! Ах ты, сука! А почему только один? А свой новый навык! Так, у меня дети умеют взбираться. Погоди-ка. Так это только один ребенок может взбираться. Надо других детей забрать. Так, нет, она не пойдет с ним. Погоди. Непонятно. И что, у нас один поел. Так, и слез. Так, ладно, хорошо. Так, там у нас опасность, ёшки-матрёшки. Так, ладно, идем в дом. Нам уже пора. Так, куда-то сюда нам, да, надо было? Так, я не поняла. Это, получается, там девчонка какая-то нам дала похавать лисенку одному. Так, там у нас человек. Зашибись. Надо в кусты, значит, спрятаться. Потому что что? Потому что опасность! Она брала только одного лисенка. Thank you, Nancy. Thank you. I'm happy. Отстегнуть хвост от жопы лиса не может. Это все неправда. Это неправдышние глупости. Погоди, я не пойму. У нас там опасность. Нам как прятаться-то? Валим, дети, бегом! Дети. Нам срочно надо в дом. Давайте, малыши. Тут какого-то фига, блин, вырубкой занимаются. Какого черта вообще? Так. Хорошо, значит, у нас один детеныш умеет взбираться. Только лишь один. Интересно.
А как другие научатся взбираться? Как вот они научатся? Привет, много лисиц у тебя, да, на экране. Как минимум раз, два, три, четыре, пять. И еще одну лису мы ищем, потому что у нас ее сперли. Наглым образом. Есть и добрые люди. Ну да, вот эта девочка, которая нам одного лисенка накормила. Так, ну-ка, погодите. Я хочу попробовать сходить к дереву, где было яичко. Так. Применить навык лисенка. Вот, смотри-ка, и лисенок теперь у нас может... А как ты полезешь яйцо добывать, Кукундя ты мелкая? А ну подожди, а яйцо-то как? Малыш, надо яичко добыть. Непонятно, как взять яйцо. Мне нужны добрые люди, чтобы они меня кормили. И моих детей. Скорее всего, вот тут навык должен быть у кого-то из детей. О, это мужик с моим лисенком! Пизда! Да, свидули. Вторая смерть. А я не знаю, какого фига она одна. Мать-одиночка с тремя детьми, четвертого сперли. Конечно, она не справляется, у нее стресс и так. Так, у нас... Да, у нас все осталось... Город просыпается, засыпает мафия. Или как там в этой игре? Так, в какую сторону нам идти, господа? Нам надо найти еду. Ага, вот он. Так погоди, мне что, мимо него по-любому, что ли, надо будет пройти? Чё он там и высматривает? Меня, что ли, пытается поймать? Да блин! А мне надо вообще мимо него идти или нет? Он ушел за хлебом? Нет, я не могу бросить одного лисенка. Как так-то? Нельзя. Ты же детеныш мой. Мне уже мешает вот это вот. Уже давит за ушками. Так что, с вашего позволения, я сделаю вот так. Минус одна лиса. Так, быстрее было до этого чувака добраться вот так. Да, детям не повезло с матерью. Так, погоди, давай-ка, может быть, мы найдем еды? Так, тут еды нету, тут помойка. Вы не позволяли же? Ну и вот, я и... И
я вот и непослушная, и действую самовольно. Так, там помойка. Ну вот ты вот возьми только яйцо. Вот, сейчас он яйцо возьмет. Смотри-ка. Все, дети, кушайте яичко. Ну вот может же, когда хочет, да? Смотрите-ка, они сразу таки насытились яичком. Так, нате, ягодкой заешьте. Вкусно. Ням-ням. Хорошо. Так. Не нравится мне этот мужик. Он очень подозревательный. Зачем вот ему лисенок мой, а? Но мне кажется, что явно что-то нас с ним связывает. Явно я должна, наверное, как-то к нему либо где-то пробраться, пройти куда-то мимо него надо. Короче, неспроста еще музыка вот эта начинается. Все не просто так. Шапку? Из кого шапку? Из мужика шапку сделать? Или из лисенка моего шапку сделать? Из лисенка не хочу шапку. Все, дети, айда спать. И пойдем на мужика охотиться. Тут этот ходит, проверяльщик чертов. У меня у сеструхи была шапка из лисы, а у меня была из зайчика шапка. И на шапке были помпончики у меня. На макушке был помпончик. И тут были два помпончика. Была очень классная серая шапка. Прям вообще балдежная. По стелсу надо. Пойдем пробовать мимо мужика пройти. Так, смотри-ка, у нас тут что-то минус люди. Пока мы спали, что-то произошло. Так, у нас тут барсук. Детеныш, смотри-ка. А как его взять? Блин. Надо как-то помочь. А как помочь? Блин. Там детеныш плачет. Да ёпш ты ж! Ну как-то же надо пробежать там. Может, там надо потихонечку идти? Ну я вот тоже уже подумала, что может быть надо...
Так, погоди, нам ближе, наверное, с этой стороны будет добраться до него. Хотя это... Блять! Хотя это не точно. Вот я же увидела капкан. Ну вот что? Давай, она когда очухается, твоя лапа? Когда ты поспишь или когда ты похромаешь чуть-чуть? Да, и ползти она будет тяжело. Может, сейчас просто нам это, помереть, лечь. Но она сейчас ползти не будет со своей лапой. Нет, я немножко приболела, Олежа. Я на гулянки не хожу. Так, и куда нам надо-то мимо этой твари пройти? Видимо, детеныша спасти. Мамке детеныша отдать надо. А тут она не спрыгнет, потому что тут у нас... Тут у нас опасность. Так. Давай, мразь, поворачивайся, жирный ублюдок. Надо, чтобы он в другую сторону повернулся. Жопой ко мне, чтоб стоял. Ух. А чё, ты его не хочешь поставить? И сюда, 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 сюда. А чё ты не хочешь, малышок? Пойдем. Не хочет она его тут спускать. А где ты захочешь спускаться? Мы сейчас просто по кругу пробежимся, наверное, и вот вообще радости полные штаны у меня будет. Так. Он орёт тут. Плачет. Мамочка, мамочка. А поставить, а с ним она спрыгнуть не хочет. И как мне мамку-то, к мамке его? Как мне его к мамке-то отнести? Что за безобразие? Да я понимаю, что болеть это очень печально. Но тут я... А, вот так вот мы к мамке попадем. Замечательно. Сейчас только нам вот тут вот, чтобы на прострел не попасть. И нам уже по-хорошему надо идти спать. Так, все, он с раненой мамкой. Мамка обнимается. Господи, прости. Блядь, тут еще и опасность у нас. Ёб твою дивизию. Мамка ранена. Блин. Это
Это что за херня тут? Нам как домой-то попасть, ёбушки-воробушки? Так, у нас тут курица какая-то. Так, еда, 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 еда. Где, где еда? Может, нам здесь переночевать разрешат, нет? Ты там чего упала, Матрёна? Нам надо зайца как-то поймать, чтобы его сожрать. А ты чё это сделала? Так, понятно. У меня дети все хотят жрать, им на все уже плевать. Иди сюда. Иди ешь. Блять! Бегом! Где наш дом? Дети! Мы сейчас спать ляжем, голодные. Будем спать голодными. Потому что что? Потому что кто-то очень много ест. Бегом, 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 бегом. Ай, чем же их кормить? Может, друг дружкой? Как вы думаете? Я понимаю, что курица еда, но, скорее всего, курица будет едой в момент, когда у кого-то из лисят появится навык какой-нибудь. Так, дети хотят жрать. А у нас тут... дитё голодное. У нас голодное дитё. Сейчас срочно будем искать еду. Вот спустить бы туда кого-нибудь в помойку. Она с детенышем не хочет лезть. Иди сюда, маленькое голодное чудо. Иди. Какой голодный? Она не хочет брать. Все, вот так бери. Блин. Где хавку-то найти, ёптать? Поставь. Так, что тут у нас за ароматы? Что тут было? Не поняла я, что тут произошло. Чё, все, пипец? Пипец, у меня лисёнок умер. С голода, ребята.
У меня лисенок умер с голода. Я не согласна. Я вообще не согласна с таким поворотом событий. Нет, надо как начать заново? Как? Как начать эту ночь заново, пожалуйста? Нет, они съели барсука. Поймайте меня кто-нибудь, я хочу начать заново этот день. Это вообще какой-то кошмар. И чё, и у меня нету лисенка, у которого был навык лазания. Да я не согласна. Где? Убейте меня. Я хочу начать заново этот день. Да с какими последствиями? У меня нет лисенка, который теперь сможет добывать яйца. Я не готова на такие моменты вообще. Где там этот мужик-убийца? Пусть он меня застрелит. Alt F4 жать. А, кстати, а если нажать «Возобновить игру»? А, да, нажали. Возобновили, молодцы. У нас все получилось. Где этот хищник, который ходит и... Во, все, убей меня. Давай. Я убью тебя, лиса! На тебе! Давай, заново. Все трое. Так, сейчас пойдем, блядь, искать еду. Барсучьи норы. Так, мы будем использовать барсучьи норы. Хорошо, нам... Так, пойдем, дети, бегом. У нас там... Мы барсука там сможем съесть. Бегом, побежали. Нам там надо барсука сожрать. Давай, бегом, зайчик, бегом. Пойдем. Да блин, бери ты вот этого, который голодный, и побежали бегом. Где у нас барсук? Вот он. Или подожди, или что? Как это было? Вот так это было. Нет, нифига. О, нет, они все-таки поели. О, они что-то поели. Господи, зашибись. Так, вот еще ягодка. Так, а теперь пойдем. Так. Запахи. Так. Хорошо, иди, ребятенок, который у меня умеет ходить. А, нет, тут не надо ребятенка, который умеет ходить. Тут я сама могла потыркать. Я руина? Нет, я не руина. Я просто спасла ребенка. Так. Давайте, дети, бегом. Что-то я не поняла, это я где высралась вообще? Так, а ну-ка карта. Так, мы вот. Тут барсучьи норы, да, у нас?
А, вот нора. И вот нора. Это я типа что ли между этими норами там прошлась? Нифига себе. Так, все, идем, значит, сейчас нюхать. То, что мы не понюхали. Так, вот, нюхаем. Хорошо. И смотрим, что же тут приключилось. Это вот эта девочка, что ли, которая мне дала ягодку детей накормить или чё, я не поняла. Так, это барсучиха раненая наша ходит. Куда она бежит, интересно? А ей пофигу на капкан, да? Так, я не поняла, это что лежит? Она что-то... Да, это вот эта девочка. Она у него пыталась лисенка отобрать. А это игрушка, наверное, лежит, да? Нам барсучиха вон проломила проход. Ты кушаешь, приятного аппетита. А лечо у меня разное. Ну, вообще не острое. Я делала острую закуску с перцем острым и помидорками черри. Мать твою за ногу! Чё, нам вообще в дом бы? По-хорошему бы. Потому что ночь. Погоди-ка, а о чем мне показывает дом туда? Куда дом туда? Погоди, карту хочу, карту. Не поняла я, куда дом он показывает мне туда. А, он дал ей клетку, что-то там неси туда, типа. Так, хорошо, мы поймали мышь. Дети, ешьте мышь. И нам теперь надо в дом. Нам надо спать. Так, а чё ты грустишь, мадам? Так, ёб твою мать! Печалька. Что-то я протупила. Паук на паутине спускается мне на волосы. Какой кошмар. Так, и что? Значит, мы сейчас снова будем бежать в ворсучьей норе. Слушай, у нас детеныш один до желтый голодный. Так, все, иди ко мне. Попытка номер два. Ах. Ух уж эти дети голодные, а. Лисе нужно оружие. Мне нужен дробовик. Так, иди к мамочке. Так, где у нас там это барсучья нора?
Так, давай. Мы сейчас ее используем, и дети поедят, потому что там какая-то вкусняшка лежит. Хорошо, детеныш, это поставить надо. Так, если я правильно понимаю, мне можно просто вот так сделать. Чпуньк, и я обратно по барсучьей норе вернусь туда. Да? И все в разы быстрее. Так. Хорошо. Сейчас надо еды найти. Так, барсучиха тут наша, вот она, да. Сейчас она нам там сделает проход. Здрасте. Подсаживайтесь. Блин. Ну там еда, вот, а когда у меня лисенок какой-нибудь научится туда залазить? Когда будет какой-нибудь очередной экшен, и у меня кто-нибудь из лисят научится что-нибудь делать? Давай, барсучиха, бодай. Все, спасибо, мадам. Вы нам очень помогли. Ответы на зэковские приколы? Ух ты ж. Так, нам нужна еда. Ребята, нам нужна еда. Так, сейчас мы мышку поймаем. У нас же мышка тут. Мышка-нарушка и буковка, вот это листочек. Да, чувак, мы это помним. Но нам надо мышь поймать и съесть. Дети должны пожрать. Так, все, дети чуть-чуть поели. Но надо еще еды. Так, погоди-ка, а давай-ка вернемся по вот этому пути. Чё она грустная-то у нас такая? Так, бегом! Грустная она у нас от того, что не все так сладко, да? Тут вот лапка, тут лисенок какой-то должен что-то уметь делать. Ух ты ж. Интересно. Что у нас тут за место? Дети не могут сюда залезть. Ну ладно. Так, едой тут и не пахнет, да? Ладно. Как хотите. Но нам нужна еда. Где дети мои? Рыжее что-то одеть. Это самое рыжее, что у меня есть. Блин, вот там еда. Вот как нам ту еду заполучить, а? Так, барсучья нора. Но нам она не нужна. Нам нужна еда. У нас, блин, дети голодные. Ну все, вон у меня детеныш опять. Так, все, давай ребенок, у которого навык есть. Доставай яйца. Так, давай. И там еще одно яйцо, детеныш. Еще иди доставай. Ладно, я сама полезу. Ой, этот полез за мной. Жопа мелкая. Так, нате, ешьте. Куда он там полез? А, он реально пошел тоже яичко брать. А уже не возьмешь. Уже все, уже мама яйцо взяла. Так, все, пойдемте, нам надо в дом.
Нам надо уже спать. Опять человеки тут ходят. Злодеи. Бегом, детвора. Бегом, 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 малышня. Маленькие гвардейцы. Да, немножко приболела. Я думала, вообще сегодня даже не постримлю. Ну, вроде к вечеру отошла более-менее. Да что-то капец какой-то, блин. 2 дня голова болела, болела, болела. Сегодня утром уже думаю, блин, надо температуру померить. Может, неспроста голова болит? Но, оказывается, неспроста. Кстати, да, Владося, ты прав. Жаль, того оленя нету рядом. Прикинь, целая туша жареного оленя. Единственное, что сейчас эта туша уже протухла. И по-хорошему, если вдруг мои лисята пожрут протухшие оленятины, то они помрут от жуткого поноса. И мы закончим эту игру, как закончили The Long Dark. Водку меньше надо пить по утрам. Ну, ладно, не от поноса, а от обезвоживания. У меня умер персонаж. Для чего он там умер? Его потом просто обдристанного волки доели. Так, что у нас там с навыками? Ничего хорошего. Так, ладно, давай просыпаемся. Пригибайтесь, чтобы вас не услышали. О, дождик. Смотрите-ка, опять там тот этот ублюдок. С оружием. Интересно, что он там хочет? Со мной все реально. Со мной можно не только от поноса умереть. Идем за лосем. Ну хорошо. Так, зачем мы снова здесь? И зачем мы... Какова цель нашего визита? Че ты пялишься, рот жирный, спер моего лисенка и что-то смотрит. Так, и в чё? В чем суть? Зачем мы тут прошли? Это не несет за собой никакой смысловой нагрузки. Зачем мы здесь? Погоди-ка, мне надо. А чё мне надо? Мне надо было идти сразу. Там обезьянка, да. Там обезьянка и котенок. А еще там акула, Тоторо и все-все мои мягкие игрушки. Ну, потом, когда заканчивать будем, я врублю большое окно. Там всех будет видно. Так, что ты будешь сюда светить сейчас? Блин, дети уже жрать опять хотят. Да что за безобразие это такое, а? Какие ненасытные. Лишь бы жрать да жрать. Что за вообще такое? И как-то день очень быстро проходит. Только вот нашел еду и сразу спать. Нашел еду и сразу спать. Ну что вообще за дела-то такие? Ну и все, у меня уже один голодный опять.
им вырасти надо. Не, я понимаю, что им, может быть, и вырасти надо, но мне-то что делать-то с этим голодающим поволжьим? Сейчас опять сдохнет детеныш у меня. И все, и поминай, как звали. На кой черт мне вот это вот? Блядь. Не, это была не блядь, это была пуля, которую я схлопотала. Отключишься? Ну хорошо, шикунечка, давай. Я была рада тебя видеть. Ешь и спи, это закон. Слушай, надо воспользоваться завтра этим законом. Буду есть и спать, есть и спать, есть и спать. Зато детеныш не сдох. Да, есть свои плюсы, Владось. Мы не бежали и не искали смерти. Глупой причем смерти, да? Я вот не понимаю, нужен ли мне этот мудак жирный или не нужен. О, смотрите-ка, у нас тут человек. Ну-ка, давайте-ка подкрадемся. Он играет на балалайке. Ему на нас плевать. Интересно. Так. Блин. Хорошо, мы какая вот в чем прикол? Мы просто его кругом обойдем, а какой смысл? Я вот его обойду и по итогу я приду к тому обрыву. А смысл в чем? Лисички водятся, лисы, зайцы есть. Есть еще бобры. Надо хавку нам найти. Зачем-то нам мужик этот дан. Зачем-то он нам дан. На кой черт он нам вообще непонятно мне. Так, вон у нас, вон там у нас еда, наверное, зеленым светится. Так, нам надо как-то этого зайца поймать. Так, погоди, зачем ты это сделал, мадам? Нам надо зайца из куста у нас тогда, да, получилось зайца поймать. Вот так, все, дети, ешьте. Ам-ном-ном. Ёжик? Ёжики любят мусор. Но у нас как-то дома был ёжик. И мы ему молоко давали. Он кушал молоко и хлебушек. Ну, я еще тогда маленькая была. Подожди, мышь. Опа! Так, дети, ешьте. Замечательно. Мне кажется, мы сейчас пойдем в дом и будем спать. Когда-нибудь у меня кто-нибудь из лисят вот этому навыку научится, который вот здесь вот запечатлен в этом... В этом что-то. Непонятно, что там. Почему нельзя в заячьей норе жить?
Я бы хотела в зайчина режить. Валим! Дети, бегом! Дети, бегом! Нам пора спать. Зато мы сыты. Укуси его! Злодей! Блядь. Ну зачем там человек? Как нам обходить его? Ага. Где мы есть? Вот злодей. А это что? Тут злодей тоже или что? Мы здесь. Тут типа не пройти. Дом вот. Грустно. Очень грустно. Ты что, мимо падальщика сейчас что ли идти или как? Сейчас, походу, реально будет единственный путь домой. Ну, наверное, да. А мы еще и хромаем. Мы вообще обалденно. Перехитрить как-то? Да нет, тут, наверное, дело как раз-таки не в перехитрить их, а в том, чтобы мимо падальщика сейчас проползти и к дому добраться. Ну, я так думаю. Дети уже спать хотят. Бегом, детвора, бегом, 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 малыши. Да ёж ты, моёж ты. Так, бегом, козявки. Всё, мы сныкались. Медведя... Я не думаю, что медведь нам поможет. Не, хотя медведь поможет, он раскидает человеков. Да. Вот мы сейчас проснемся, и нам опять надо будет идти добывать еду. Ну, давай проснемся. Так, курица в ужасе выскочит из укрытия, услышав лай. То есть мы подойдем к курице и можно на нее потявкать. 20-я ночь. Вернее, 20-й день. Так, куда нам чапать-то? У нас и ароматов никаких-то нету свежих, да? Медведи любят какашки. А собаки любят куриные какашки. Так, у нас этот человек, которому пофигу на нас. Так, ну-ка сюда, это мы куда пойдем? Так, мы можем смотреть карту, чё мы? Так, тут у нас закрытый путь, а тут у нас какое-то событие. Ну-ка, давайте-ка вернемся к этому событию. Это событие этот человек, что ли? Ну да, это событие этот человек. По ходу дела. Да блин! Прикольно. Так, мы познакомились с человеком. Здорово. Так, наш домик. Тут закрыто, закрыто, закрыто. Барсучанра. Вот сюда нам надо идти, я так понимаю. Хм.
мимо этого жирного пойдем сейчас. Ну хорошо, и да. А тут не отрабатывает. Тут, значит, не курица, тут какая-то другая хрень сидит. Нифига я шустро побежала. Да, он покормил, он дал ягодку вкусную нам. Блин. Походу, я уже наговорилась за сегодня. Так, ну-ка, давай-ка посмотрим. Да почему? Я хочу, чтобы у меня нажималась... карта, чтобы открывалась, а у меня нажимаются опции, типа. Так, хорошо. Так, и что у нас? А, ух ты ж. Типа здесь надо сделать... Сбили чувака со следа. А теперь вон туда я хочу сходить, да? Там какая-то у нас... Тоже какой-то... Блин, карту открывай. Она через раз то карту открывает, то не карту. Так, а как нам попасть туда? Блин, а там едой пахнет, да, у нас? У меня туда лисенок не пролезет. Так, ладно. Что-то пахнет. Что уже это пахнет? Мусор. Ну, ставим ставки, там будет пакет. Нет, мусор будет, слава тебе, Господи. Сейчас мы мусор поедим, как давно мы не ели мусор. Слава тебе, Господи, ура. Ешьте, дети. Когда мы будем целоваться? Вот сейчас. Да, блин, а. Так, там у нас закрытый путь, хорошо. Как-то надо попасть вон туда. А как попасть туда? Так, опасность! Валим, дети. Дети. От опасности подальше валим. Так, ну, может быть, туда нам еще рано просто идти? Опасность. Ай! Ой, дурная баба. Блин, за нами бежит дядька. И я хромаю. Вообще зашибись. Вообще шикардос. Меня сейчас завалят. Упс. Какая красота. Боже, сколько уже смертей. Кошмар. Просыпаемся. Да вообще поспешила, не говори. Что не нравится тебе? Что лису мою убили? Так, погоди, где у нас тот добрый чувачок? Вот он, пойдем с ним еще раз покорешимся. И он еще раз даст нам хавку. О! Не помирать? Да я же не помру. Еще гады же не дохнут, у меня папа так говорит. Так, подожди, давай подумаем. Давай подумаем. Вон туда может наверх сходить, на тот вопросик. И ладно, пойдем на этот вопросик сходим.
Нам там надо оставить след свой, да хватит тебе. Нам надо там бочку поширкать, чтобы чувака со следа сбить. Так, давай, посмотри сюда и отворачивайся. Отлично. И вот непонятно, я вот не вижу, чтобы у него там в клетке сидел лисенок. Хотя, может быть, и он там и сидит. Так, давай поширкаем тут. Хорошо. Мы собьем чувака со следа. Да, отлично. Теперь нам надо найти еды. Пойдем-ка тут пройдемся. Что у нас здесь? Главное не торопиться. Может быть, мы здесь где еды найдем? Так, тут у нас... Да, блин, карта. Так, там у нас с вами барсучья нора, да? Через барсучью нору мы пройдем в другую сторону. Может, там хавка будет у нас? Нет. Смотрите, они что-то похавали. Ага, тут ягодки были. Так, мы, получается, вот здесь. Мы сейчас можем по-хорошему через барсучью нору вернуться туда и пойти домой поспать. Я так думаю. В общем, мы более-менее сыты. Блин, а нам, наверное, ближе было вот дойти до старого дома, до первой норы нашей. Ну, хотя, как бы, по сути, пофигу. Мы тут сможем пробраться в дом, нет? Наверное, сможем. Так, нет, назад, парни, назад. А может и не парни, может и девчонки. Наше предложение. Кто доктор? Лечите меня полностью. Где доктор? Так, погнали, нам надо домой. У нас там певец. Может быть, мы еще раз к певцу сходим? Так, у нас там будет закрыто, поэтому нам надо через этого жирного опять идти. По-другому никак. Мы сейчас, ребята, наверное, в домик зайдем, и на сегодня все. А завтра я буду пить чай весь день. У меня есть баночка меда свеженького. Ненавижу мед, но когда болею, приходится его кушать. Никаких банок я завтра делать не буду, потому что я сегодня все сделала. Сегодня сделала баночку острой закуски. И две баночки огурцов с помидорами намариновала. Я молодец. Так, у нас тут должен быть только вот этот чувачок. А, его уже здесь нету. Смотрите-ка, парнишка, который у нас играл тут на балалайке. Он благополучно ушел куда-то. Я думала, мы еще у него сможем сейчас попросить еды. Блин, а дети-то проголодались уже, малеха. Малинового варенья у меня нету. У меня есть только вишневое варенье, которое я в этом году сварила. А малинового нет. У меня малины не было в этом году. Ну все, мы добрались до дома. Тут у нас ничего не поменялось. Я думаю, навыки реально, они у нас
появится, когда какая-нибудь еще ситуация приключится. А вот как сохранять, интересно? А, ну типа будет просто продолжить, как в... А в Long Dark так же было? Не было сохраняшек? Или были сохраняшки? Я что-то уже не помню. Ну, короче, это мы продолжим с вами уже на следующей неделе, поэтому... Поэтому надо вот так сделать. А это вот так. Да? Сейчас мы с вами попрощанькаемся. И на сегодня все. Да? Встретимся с вами уже на следующей недельке. Я надеюсь, все будет нормально. И, блин, не знаю. Ничего не буду обещать, как обычно. Это у меня бывает в последнее время. Хочется сесть во вторник поиграть, а силёнок уже нету. Хочется сесть в пятницу поиграть, а силёнок уже нету. Поэтому посмотрим. Если все будет хорошо, то мы в субботу с вами увидимся. Да? Клизму ставить не пойду. Нет, акула не утонула. Она сидит... Она плавает на цветочном горшке. Вот так скажем. Под пингвиненком там никого нету. Там все мои игрушки, короче, все, кто у меня есть, мягкие, там все. Это было слишком легко. Я очень много раз умерла. Я думаю, это видели все. Надо сосчитать просто там. Один раз умер лисенок. Как минимум, одного сперли, потому что как бы не до мать, не доследила. Значит, одного я не докормила, и он помер. И сама помирала сколько раз? Один раз целенаправленно и кучу раз, потому что балбесина. Отобрать закаточную машинку надо. Может быть. Но, знаешь, зато у меня на зиму куча вкусняшек. У меня там, блин, реально наготовила капец. Первый год, блин, так, добралась вообще. Посадила Катя огород. Теперь надо еще в погребе порядок навести, чтобы было где что хранить, и вообще ништяк будет. Скаюшка спит в зале на моей подушке благополучно. Ей там хорошо, комфортно и очень удобно. Все, она мне не дает спать в последнее время, она залазит мне на голову. Спит на моей подушке, толкется по мне вообще и будет меня каждый божий час, блин. Все, она маленькая злодейка. Все, я снова лиса. Ребята, я была рада сегодня с вами встретиться. Большое спасибо вам всем за присутствие. Вы большие молодцы. Да, у меня растрёпанные волосы, я вся сама растрёпанная, но я прекрасна. Даже в таком состоянии я прекрасна. Значит, ребята, вот это всем вам. Всем сладких снов. Кому-то, может быть, еще только хорошего вечера, а потом сладких снов. Кому-то, может быть, уже доброго утра. Завтра всем отличного настроения. Хорошенько отдохните, потому что впереди опять тяжелая рабочая неделя. Да? Да. Ну, там у кого начинается учебный год, поздравляю. Скоро 1 сентября. Учение свет. Кольцо где? Где? Где оно? Моя прелесть! Ладно, ребятки. Рада была с вами сегодня поболтать. Правда, очень. Всем чмоки-чмоки в обе щеки. До встречи на просторах интернета. Пока-пока.